Портал fb.ru расскажет о девушке, которая взяла самоклеющиеся панели и через час преобразила спальню. Вам надоел старый интерьер, например, вашей спальни, или вам захотелось чего-либо новенького? Тогда на помощь могут прийти самоклеющиеся панели, которые сегодня очень актуальны в использовании. К тому же они довольно разнообразны по выбору. Есть панели, стилизованные под кирпич, мозаику, дерево. Последнее особенно хорошо смотрится в интерьере любого помещения, будь то кухня или спальня. На самом деле их очень просто устанавливать. С такой работой может справиться даже хрупкая девушка. Итак, первым делом необходимо подготовить поверхность, то есть удалить все торчащие гвоздики, снять розетки и обезжирить стену. Далее нужно сделать отметину, где будет находиться первая часть панели. Чтобы панели были нужного вам размера, достаточно иметь обычный или столярный нож, а имея в наличии специальный прибор для распиливания, вы и вовсе сделаете это за пару секунд. Разрез можно сделать только с одной стороны по замерам, а потом разломить, резко нажав на кусок. Для укрепления панели и их лучшей усадки рекомендуется после окончания работы пройтись по стене валиком. И вуаля, у вас совершенно новый, современный стиль комнаты. А вы уже пробовали самоклеющиеся панели? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.